Thank you.
Нужно быть осторожнее. Зевай, брат.
Будь настороже. Все вместе! Справимся, друзья.
этих мерзких ящиков мы очистим наш дом. Эй, малыш, ваш дом захватило дерьмо? Хотел бы я засмеяться, но не могу. Да, это вонь самого дьявола, который когда-то меня зачал. Фу, мерзость. Он мажет стрелы навозом и никогда не моется. Бля! Говорит, на удачу. Мы задохнемся в этом доме. Отец хранит навоз в этих ящиках. Дерьмо в них превратилось в вонючее, богомерзкое чудовище. О! Рядом ловушка. Буду осторожнее. Лишь благодаря этим ягодам я еще не умерла от этой ужасной вони. Тише. Что-то не так. Буду осторожнее. Отлично! В нашем доме... Вони больше нет, но по моему опыту нужно что-то сделать с ее источником. Мой отец Деголас. Он славный лучник, но никогда не моется. Никогда. Я ему все выскажу, дураку. Отлично. Мама, я верну папу. Я чувствую, перемены витают в воздухе. Буквально.
Однажды я спущусь, но мой героический запах останется. Тише. Что-то не так. Так сказал мне Господь. Священного воинского дерьма! Мама, ты не поверишь! Папа наконец отмылся! Нам больше не придется терпеть всю эту вонь! Слава Богу! Мой прекрасный муж Деголас очистился! Любовь моя, ты наконец чист, как и наш дом! Подойди, дай вспомню, что было под слоем грязи. Ну и каково снова быть чистым, Деголас? Странные ощущения. Я был таким счастливым комком грязи. Меня не беспокоила вся эта суета. То, чего хотим мы, не всегда совпадает с волей богов, наших родных или тех, с кем мы спим. Но я предал воинское прошлое. Грязь так помогала мне. Навозные стрелы вселяли ужас в носы врагов. Стрелы и дальше будут попадать в цель. Ты же не растерял свои навыки. Время покажет. Прощай, незнакомец. Проклятие! Что у меня с головой? Наверное, похмелье. Проклятие! Что у меня с головой?
Наверное, похмелье. Башка трещит. Вот ведь проклятие. Что у меня с головой? Наверное, похмелье. Башка трещит. Вот ведь проклятие. Что у меня с головой? Наверное, похмелье. Сюда, мой добрый воин. Мир тебе. Прости, у меня маленько болит голова. Ничего там не видишь? То ли сыпь, то ли порез. Не знаю. Никак не пройдет. Похоже на... боевой шрам. Так и думал. Наверное, с последнего боя. Тому, кто это сделал, тоже досталось. Еще и похлеще. Похлеще? Впрочем, может и так. Может, он без головы. У меня после боя руки ослабли. Там нужна перевязка? Как там, большая рана-то? По-моему, рана пустяк для такого могучего воина. Просто сучок воткнулся. Да. Спасибо, что сказал. А как точно ты углядел другого могучего воина? Я могу вынуть сучок, если хочешь. Да. Просто смахни, когда будет минутка. Тут рядом подают отличный мед. Все враги повержены. Время
Я так просто не сдамся! Здесь лучше не шуметь. Заходим с тыла.